Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас говяжьи потрошки и фасоль в томатном соусе. Но прежде чем начнем кушать, я хочу передать привет любимой нашей Аминочке Раджабовой. Передаю привет. А также хочу передать привет всем своим подписчикам. Ребята, всем здоровья, всем добра, чтобы все было у вас хорошо. Катя, советы от Яга. Оля Семенова, Галя Жукова, Ольга Ледовская. Ребята, остальных я просто не смогу сказать так словесно, поименно. Ребята, всем добра. Всем моим подписчикам желаю, чтобы все было супер. Давайте, дорогие друзья, приступим к этой красивой, вкусной еды. Начнем. Аппетитно гуляли. Мы сегодня, кстати, парились в баньке с веничками, с березовыми. Ну, а теперь будем пробовать потрошки. Ну, пока я все тут оформлял, уже чуть-чуть подостыли. Ну, ничего страшного. Забыл. А вот за это все хочу передать привет своей любимой Женечке, которая вот это все приготовила. Солнышко, я тебя люблю. Это улет. Это супер. Фасолька в томате вообще вещь. Про фасоль. Кстати, ребята, кушайте фасоль именно в таком виде. Я сначала брал с овощами, там с грибами есть, а есть просто чисто фасоль в томате. Вот это вообще идеальный вариант. Для организма хорошо. Короче, потом, скажем так, положительно влияет на кишечник. Пишите, ребята, в комментариях, как у меня сегодня стол получился. Для вас старался, чтобы было все красиво.
И у нас еще есть сибирское яблоко. С драниками в прикуску. Великолепно. Хочу маленько остановиться на полминутки, сказать кое-что. Это важно. Прочитал один комментарий. Пишет мне одна девица. Или парень. Ну, короче, толком не понял. Да неважно. Пишет такая. Хватит жрать. Иди работай на завод. Думаю, странно. Если человек ест на камеру, что значит не работает? Увы, я хочу вас разочаровать. Оказывается, я работаю. Ребята, странное, конечно, рассуждение. Если я решу просто снимать мукбанг, значит, я безработник, да? Работаю на самом деле с 15 лет. На стройке работал подсобником. Все сам. Никто не помогал. Ни мамки, ни папки. Все сам на ноги поднялся. Не спился. Наркоманом не стал. Алкашом не стал. Дом свой. Жена красивая. Ребенок. Сын. Что еще надо для счастья? Чтобы красивая домашняя жена была. Кушать готовила. Убиралась дома. Ну, короче, простая русская девушка. Сынулька такое. На счастье. Ну, вот сейчас работать. Сынульку поднимать на ноги. Сейчас маленький засранец такой противный.
питательные потрошки. Надо, кстати, сейчас лучок, чесночок кушать, потому что осень, а витаминоз, вирусы всякие летают. Так что кушайте, ребята, и не болейте. Самое главное, не болейте. На сегодняшний день у нас 1360 подписчиков. А когда-то я снимал ролик, было 200. Спасибо, ребята, что подписываетесь на мой канал. Фасоль — ваша тема. У нас вот такой сачок. Яблоко, виноград. Стоит недорого. Что я за него дал? 180 рублей. 2 литра. Вкусный сок, кстати. За вас, дорогие друзья. Ну все, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Давайте, ребята, всем пока.